Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. Сегодня мы продолжаем хорроры, а точнее прохождение The Evil Within, часть первая. Сегодня у нас эпизод шестой. Мы будем его проходить. Сегодня у нас с вами, ребятки, два стрима, поэтому сегодня постараемся проходить эпизоды как можно оперативнее. Так, погнали. Угу, все работает. Поехали. Привет, Артём. Эпизод 6, сами не свои. Ты что делаешь, мужик? Нас что-то напугало? Они что-то сделали с моей головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Угу. Вы скверно выглядите. Ну, взяла бы, да что ты сделала? Ты же, блин, медсестра. Так, стоп. Управление сбрасывается почему-то. Ну ничего, мы с вами эту фишку знаем. Так, зарядимся. А ты куда вообще попёрлась-то? Алло. Так, ну ключей у меня походу все-таки нет, да? Обойдешься. Ключи тебе тут. Сейчас. Как же он долго дверь открывает. Иногда это прям бесит. Ну, то есть, когда надо и когда не надо. Всегда такие двери открывает. Так. Ну, сохранять сейчас нет смысла. Пойдем к креслу. Может быть, сейчас качнем что-нибудь. Хотя, блин, а чё я на 1400 качну? Ни хрена я не качну. Ладно, пошли. Пошли дальше. Сами не свои. Пойдем снова в этот кошмар, в этот ужас. Я что-то не сделал, да? Давайте хоть в свою палату зайдем. Что здесь? Ничего. Сюда нельзя. И тут нельзя. Все сидит, там свои ногти красит. Так. А, тут ничего, тут все то же самое. Не, наверное, я просто должен посетить кресло. Тут улучшать, но нечего абсолютно. Что я здесь улучшу? Скорострельность. Ну, кстати, можно скорострельность, да, на одну секунду. Давайте сделаем. Влезай, друган.
Теперь-то все, надеюсь. Или надо что-то еще сделать? Ты глянь. Нет, не все. Так, ладно, пойдем в ту комнату. Ту бесполезную комнату. А больше тут никаких нет дверей. Не, ну у меня здесь ничего нет. В церкви провалился пол. Никто не пострадал, свидетель говорит, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах. Во время ремонтных работ в церкви Cedar Hill провалился пол. Присутствовавший прихожанин сообщает, что только чудом никто не пострадал. Так, а тут еще какие-то фотки. Фотографии. Что это за фото? Непонятные. Церковь. Ого. Прям мурашки пробежали. Так-так. И что? Пугать меня собрались? Я ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Хоть что-нибудь. Давай поярче, что ли, сделаем. Блин, вообще ничего не видно. Не, ну... Стоп, а у меня спички есть? Какой-нибудь факел. Граната есть. Ну нет ничего. И болты я сделать не могу. Огненные. Есть какие-то две спички, но я... Чё я с ними сделаю? Я с ними ничего не сделаю. Блин, а чё так темно-то? Чё, мне яркость на максимум выкрутить? Потому что я тут... Абсолютно не понимаю, куда идти. И не похоже, что... Яркость как-то прибавилась. Давай на максимум выкрутим. Так, ну и что здесь? Я вообще не понимаю, где я и что я. Не, ну... Это же бред. Можно еще, конечно, настройки монитора выкрутить, но это совсем... Это не вам не поможет, не мне. Так, куда-то мы бежим. Так, это ствол. И что? Не, ну реально, что это за бредятина?
Кошмар. Так, давайте все-таки сейчас в настройки-то залезем. Графика, зернистость, настройка оборудования, расположение интерфейса. Так, здесь у нас качество теней, размытие. Уровень сложности, субтитры. Тут все хорошо. Управление. Блин, фонарь. Может быть, фонарь нужен? Это я просто тупо. Точно, нужен был фонарь. Ну, главное, что разобрались. Так. Что это за звук? Сейчас, секундочку, тогда яркость уберу. Настолько крутую. А то будет потом мне. Метка в центре была едва видна. Где-то вот так. Так. Блин, страшно приближать. Сейчас выскочит какая-нибудь фигня здесь. Так. Фонарь, окей, пошли. Тетки, конечно же, нет, но там кто-то громыхает. Часы ходят. Так, 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 идем, идем, идем. Нет, навыки мы сейчас точно повышать не будем, нам тут абсолютно делать нечего. Так, аккуратненько идем сюда. Тараканы? В свою палату зайди. Тут ничего нет. Ага. Это санитарка это. Пугает нас здесь. Ходит. А ты куда ушла-то? Ага. О, а тут слева, справа проход есть. Ну-ка, давайте сначала сюда зайдем. Ага, сейчас. Не нравится мне этот звук. Слово совсем. Ничего. Ничего хорошего здесь ждать не приходится. Кто это? Ого! Как в Resident Evil этот. Пирамида или как его там. Знаете, да? Стоп, это я, по идее, уже эпизод прохожу. Так ведь? Я думал, я в безопасности и в этом. Блин, зайти никуда нельзя. Тут ничего. Так, опять этот Лесли, да? Лесли? Это он во всем виноват. Себастьян? Он меня знает. Себастьян? Себастьян? Блин. Так, а как мы здесь вообще оказались-то? Кто вообще мы здесь? Так, а выбраться нам как-нибудь можно, нет? Походу вот так. Ага. К
Какая твоя любимая марка чая? Ну, я Тесс в основном сейчас пью. Вообще, я люблю какой-нибудь заварочный, который на развес продают. Гораздо вкуснее. Чай обязательно с лимоном. С лимоном любой чай становится чаем с лимоном, и только вкус его дополняет реально. Так, тут у нас походу ничего. Ну как светло, хорошо, хоть выйти из этих подвалов надоевших. Эпизод 6, сами не свои. А, это была такая фотка, да? Ну пойдем. Пойдем дальше. Так, а что у нас по вооружению? Вот сюда можно пройти. Какие-то развалины одни. В СПБ есть чайные магазины? Ну, наверное. В любом большом торговом центре, мне кажется, есть такие точки, где чай на развес продают. Так, а вот это что тут висит? А нельзя их как-нибудь... О! Допустим. Я надеюсь, я не зря эти патроны потратил. Так, это быстрее ты спускаться не можешь. Я не видел никак. Ну ты, может, просто не замечал. Так, пойдем. Шприц. О. Поменял 3 патрона. Три патрона пистолет на 3 патрона дробовика. В принципе, нормально. Шприц еще. Ну, в более-менее крупных центрах, которые... Я не знаю, есть ли Ашан там такой. О, тут еще ящик. Зачет. Лутаем пока неплохо, в принципе. Ага. Кто-то там с пугачами. Китай лететь надо к древним монахам. Да не обязательно. Но настоящий китайский чай, конечно же, только китайцы. Ой, это наш друган. Ты в порядке? В голове гудит. Мне казалось, она сейчас лопнет. Но сейчас... Я уже к этому привык. А где Кидман? Не знаю. Я очнулся здесь. Наверное, потерял сознание. Или снова стал... Внутрь, живо. Кто-то к нам ломится. Ох, какой красивый ты, да еще и с бутылкой. Так, надеюсь, они к нам не полезут сюда. О, еще одна? Мастер головоломок, давай. Ну, отлично. Да, глянь, они лезут, твари. Их много, у меня нет столько. Открой дверь. Я открываю. Подожди. У меня патронов столько нет. Черт.
там что? Патроны. Отлично. Здесь патроны. Иди сюда. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть. Прикрывай меня. Прикрывать тебя? Офигеть. Прикрывай тебя. Ты смотри, какая монашка. А-а-а! Как их дофига-то? Раз. Черт возьми, а. У тебя аптечка есть? Припасов нет. Сейчас выручу. Вот так. Не бросай меня здесь. Чё, ты ранен, что ли? Лечим. Теперь держись, лечим. Друган. А если? Ты есть. Открыл или нет? Идём. Черт, а тут патроны же можно забрать. Нет, походу жизнь дороже, пойдем. Что там случилось? Ага. Те все сгорели, и патроны мои тоже. Второй стрим почему будет? Я все-таки решил, наверное, мафию. Я уже поставил, посмотрел, опробовал. Думаю, хочется какой-нибудь мега интересненький сюжетец. А со всеми остальными экшенами пока по времени. Так, быстрее. Ух ты! Ничего себе! Боеприпасов нет. Е-е-е-е! Блин, меня сейчас убьет. Точно. Я не посмотрел. Так, ну я надеюсь, я начну... Когда он открыл эту ловушку. Нет, ни хрена. Дохните, зараза. Так. Надо, короче, успевать подбирать патроны и прочую шнягу. Так, ты горишь, да? Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть, прикрывай меня! Собирай быстро. Так, отлично. Пока все идет отлично и хорошо. Есть! Идем! Как скажешь. Есть. Идем быстренько вниз. 990 рублей за мафию, это капец, на сухоценку в группу играть точно долго. Там же с голой теткой много всех желательно найти, на всю карту обвязать. Ну, блин, я думаю все-таки, что игра того стоит. Все-таки вторая часть. Третья не такая, конечно, крутая, но вторая очень хорошая. Так, быстро собираем патрон. Так, где вы?
Один. Так, бежит, летит. И ты должен загореться. Так, быстренько патроны собираем. Я вас понял. С ловушкой я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. Вижу, да. Время на жалобу. Черт. Ну. Гори, сволочь. Блин, а чё ты? Почему я два раза-то выстрелил? Я не хотел два раза стрелять. Ага. Боеприпасов нет. Черт, у меня нет боеприпасов, отлично. Так, быстренько подбираем. Все. Да стой ты бегом. Откуда вас столько взялось? Срань господня. Все, отлично. Так. Ага, сейчас. Себастьян, идем. Тоже мы выбрались. Я-то не выбрался. Ты охренел, я через такую толпу не проберусь. Не. Треть проходить не надо. Да, я знаю, что это херня. Не, ну я не настолько буду упарываться, чтобы прям на 100% игру проходить. Я как бы такой цели-то особо не преследую. Так, конечно, я сам подсгорел. Ага. Так, неужели... Да иди ты... Не, я опять... Придется сейчас опять перезапускать. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть, прикрывай меня. Да я прикрываю. Я прикрываю, друг. Где столько патронов забирать? Боеприпасов. Понял. Да что ты будешь делать? Я ранен, на помощь! Так. Да офигеть! Какая она... Не. Сразу не пошло и... Сейчас пройдем. Ну, насчет сюжета там вроде тоже не особо хорошо было. Да блин, я еще сам сгорел, да как? Сволочь, опять не пошло. Дохни, твареныш. Так, забираем, забираем, поджигаем. Раз, два. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть, прикрывай меня. Я пытаюсь, друг. Так. Собираем патроны. Ага.
Блин, и сам еще опять поджегся. Да уйди ж ты отсюда, скотина. Ты смотри, какой он, а. Поднимайся ты давай. Нечего сопли тут разнюхивать. Быстро, 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 погнали. Оп. Так, есть, сейчас надо ли подлечиться. Быстренько лечимся. Так, сколько у нас? Два запаса аптечек? Нет. Ну ладно, придется этим лечиться. Так, погнали. Жаль только то, что... Так, тут заморозка есть. Да? Давай сейчас вот так сделаем. Тут два снаряда, да? Здесь шесть. Сейчас еще будет. Так, тут есть заморозка. И все, да? Ладно, пока так. Гори. Ага, отлично. Так и надо. Так и надо вас. Всем. Так, вот здесь вот еще что-то есть. С ловушкой я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. О! Охренеть, их реально много. Ты сволочь. Дохни быстрее. Так, 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 так. Раз. Боеприпасов нет. Ага. Быстренько сейчас поджигаем, поджигаем. Отлично. Сдохли. Давай побыстрее. Шевели свою, крути баранку. Крути баранку свою побыстрее. Все, что ли? Идем. Похоже, мы выбрались. Да ты чё? Похоже. Наконец-то. Отдохнем немного. Отдал бы мне топор. Долго не протянем. Я думаю, отсюда нужно убираться как можно скорее. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Все лучше, чем оставаться здесь. Так, это все верно. Значит, нам сейчас нужно залутать тут по максимуму, пойти прокачаться. Хотя мы... Снайперская винтовка. Это хорошо. Прицелиться, выстрелить, провел, приблизить, отдалить, козырить. Но это все стандартно. Блин, снайперка, это хорошо. Подлечить тебя. Так, это зеркало. Так, пойдем быстренько сейчас еще тут посмотрим. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Есть что-нибудь? Не, походу ничего нет. Идем осторожно. Кто знает, сколько их тут. Блин, придется сюда сразу идти. А зеркало сломалось. Ёшкин коромысл. Я теперь не смогу прокачаться. Как так, а? Вот он. М-м-м.
Ну-ка. Отлично, работает. Старое доброе скотное убийство. Спичек лишь бы на все хватило. А ты где, друган? Так, эти коробки же можно взломать, правильно? Во. Чё я раньше-то не ломал? Какой красавец. Нет, и есть боеприпасы. Блин, они теперь услышали. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Так, а где я, напарник-то мой? Так. Это сейчас можно же ведь убить? Есть. Лишь бы на всех реально спичек бы хватило. Так. Тихо. Спокойно. Тут нихера нет. Так, это для снайперки, походу, патроны. Ты видишь кого-то, нет? Блин, с той стороны кто-то есть. Я так понимаю, туда можно и потом сходить. Так, а вот это чё? Так, это походу какая-то ловушка. Угу. Ты молодец, смотри. Давай, вали его. Ого, это кто в нас стреляет такой? Стоп. Блин, да что ты? Угу. Ты смотри какой, блин, придется тебя убить. Хрен с тобой, ладно. Не получается мне тебя обойти. Да. Убил, да. Убил. Точно убил. На звук сейчас пролетят эти все уроды. Во-во-во, это ж топор летает от меня. Только откуда, я не пойму. С какой верхотуры-то он шныряет. Так, сейчас вот я ведь выпущу и отсюда понавылазит. У меня 3 патрона. Иди сюда, пошли со мной, попробуем другим путем пойти. Может, там лучше? И лута побольше. Чё-то я не хочу это все открывать. Блин, ну как же я вот здесь-то? Ну хотя у меня там, наверное, немного. Так, тут можно пройти. Вот он, пацан. И вон он, пацан. Так. Он ушел. Все горящее вылезет, да? Не, он за друганами пришел. Черт бы вас побрал, а? Один. Да гори ты. Так, там есть этот.
Еще один забираем. Так, ты, конечно, молодец, друган, но... Пошли наверх. Так, кольнуться, наверное, надо, я думаю. Мало ли что сейчас тут произойдет. Тут все еще кишит это всем. Так, этот не увидел. Че, нет спичек? Спичек-то нет. И что делать? Вон он идет еще, друг. Так, а где здесь датчик-то? Блин, вот он, скотина, смотри. Ага. Блин, дай бог сейчас это встанет еще. В укрытие! Они стреляют кверху! Где кто? Ого. Да, кстати. Туда лучше не ходить. Нужно уничтожить всех. Правда? Блин, а чё ты? Ты глянь, а он это... Шустрый малый. Так, 4. Топор у тебя есть. Так, а чё с этой фигнёй? Ты давай займись. Так, там открыто. Правильно? Внизу здесь что? Походу надолго тоже эпизод. Раз такое дело. А, это мы с той стороны просто ходили. Тут ниже же нельзя пройти. Значит, нам пора в обратный путь. Стрела. Что у нас, кстати, по стрелам? У нас есть снайперка, ее можно на тройку сделать. Вот. А их со снайперки, кстати, нельзя убить? Вот этих вот ребят, которые шныряют. Во. Теперь мы сможем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Других стрелков? Теперь вот мы можем спокойно пройти. О, как классно я его всадил. Надеюсь, это я не случайно попал, а исходя из мастерства. Так, они бегут к нам. Чуть-чуть поторопился. Придется использовать. Ты идешь со мной или нет? Этот упал. Сейчас еще будет. Так, я вас понял. Тихо, тихо, не ходи сюда, иди сюда, быстро, быстро, сюда, иди.
их сейчас потихонечку отстрелим. Так, один снаряд у меня остался, да? А! Помоги мне! О, отлично! Ты классный этот... совзводный, братан. Напарник. Так, от этих двух ничего не осталось. Пошли, теперь можно сюда. Ага, можно. Можно и не можно. Сейчас он еще за... Следи за тем, чтобы он к нам не подошел. Ага, не все так просто. Ты смотри какой, а. Держись. Отходи быстро, быстро, быстрее, давай. Что-то мне плоховато. Ты в порядке? Отлично. Блин, еле на одном дыхании. Сейчас. Чё тебе плоховато, кстати? У тебя вон и больше жизни, чем у меня. Ага, попёрли, попёрли, пацаны. Их что-то реально много. Вот этого надо убить, наверное. Блин, а он толстый, зараза. Смотри, чтоб сзади никого не было. Черт возьми. Погнали отсюда. Опять смотри, бегут. Иди, иди сюда. Черт, у меня патронов опять нет. Есть какие-то два. Помогай. О, отлично. У меня нет больше патронов. Ну давай, топор свой включай. О, еще раз. Ну ты попадешь по нему или нет? Давай. О. Ну он по мне попал. Да естественно я не в порядке. Вот давно бы так. Черт. А у меня теперь нету... У меня аптечек нет. Блин, ну дайте хоть патронов-то хоть немножко. Ну, ну хоть так. Патронов нет, зато этот есть. Шприц. Так, у нас есть... Пофиг. Во-во-во-во. Черт, я еще и упал. У тебя аптечка есть? Да, у меня есть аптечка, но я сдох. Надо как-то поумнее пройти. Куда мы, интересно, начнем? Ага. Этих мы развалили. Нет, не развалили. Так, на троечку. Нужно уничтожить всех. Как скажешь. Теперь мы сможем спокойно пройти. Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Ты уже здесь. Шустрый ты, братан. Смотри их сколько. Так, а у меня нету, да? Стрел каких-нибудь хороших. Желательно бы огненных. Одна только.
Ага, я понял, понял, понял. О, в этот раз получилось лучше. Откуда они теряют? Ну это обычный зомбарь. Блин, и с той, и с этой стороны, со всех сторон прут. Спичек нет. Вон они прут, прут, прут. А ты бронированный, да? Боеприпасов нет. Да помогай ты, как ты его пропустил? Чё? А, еще и отсюда они прут, да смотри. Вот, давно бы так. Помогай, помогай. Черт возьми, ну отлично. Хороший ты напарник, только ты не вовремя все делаешь. Они так и будут. Да, они так и будут бежать. Давай не подходи, давай быстро открывай, открывай, я тебя сейчас убью. Ага. Отлично, я опять не попал. Боеприпасов нет. Да что ты? Открывай свою калитку. Ага, он походу ушел. Ни хрена, он не ушел. Помогай, помогай, помогай. Так, есть. Все, этот сдох. Быстренько, быстренько. Тут где-то были патроны. Так, 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 так. Шприц, лечимся. Тебя лечим быстро. Теперь. Ты смотри какой. Раз. Давай, 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 быстрее. Ага, ага. Молодец, молодец, друг. Так и надо работать. В команде, в команде. Так, для снайперки патрон. Так, тут окей. Разобрались. С трудом разобрались, честно говоря. Я не ожидал такого. Ну, не то, что прям сильно трудно, но... Бодренько, бодренько. Надо было, наверное, раньше туда зайти. Спускаешься? Что у нас по патронам? 6. Тут ничего нет. Так, ты. Вали его. Черт, и поджечь его нельзя. Убил его, вот, молодец. Хорошо. О. Факел потратили на то, чтобы его поджечь. Что, теперь мы можем зайти, правильно или нет? С
кстати, нет. Почему? А потому что надо пройти вот сюда вниз. Нет. Пойдем к вам по старинке. Да ты вообще монстр. Стоп, 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 стоп. Вали его. Молодец, молодец. Убивай, убивай. Я знаю в тебя. Ты... У тебя бесконечный топор. Ты должен их разбить. А у меня не бесконечный. Давай, убивай его. Ну ты убьешь или нет? Вон он сзади идет, убивай его. Вот, отлично. Блин, я тоже бесконечный топор хочу. Подлечим тебя. Пошли. Так. Сейчас придется вниз-то нам идти. Этот головастый, да? Так. Тут еще где-то. Вон они. Верный насос. Все, все, все. Сейчас иду, иду, иду. Помогаю. Помогаю, помогаю. Так, здесь. Включаем. Идем назад. Да. Мы же тут были, проходили. Разве нет? Зачем нам опять еще раз здесь проходить? Пошли вниз. Стрелу, кстати, надо забрать. А тут что? Просто тени, все. Там патроны мы тоже не забрали. Чего вот эти же ворота надо открыть? Верно? Так, три патрона. Четыре. Где ты? Друг, иди сюда. А, ты здесь. Ну, хорошо. Вали его. Припасов нет. Блин, ну почему сразу два-то у меня выскакивает? Я же один раз стрелял. Фух. Так, забираем. Что еще? Шприц. Кольнуться надо. Зеленая фигня. Готов к второй фазе. А чё, только один, что ли? Ты глянь, только один. Чё, можно пойти тут вниз, можно пойти здесь. Ну пошли сюда. Кстати, есть вот эта вот херня. Не-не-не, не спускайся. Сейчас мы на всякий случай.
нас есть. А где он? Блин, его и не видно там. Подбирай ты этот сушняк. Удар ногой. Не нужен нам удар ногой. Топорик надо брать. В котором ничего нет. Слышу, где-то они шепчутся тут. Эти уроды. О, у нас зато патронов 19 штук. Давай, вылези. Тихо. Не стрелять по мне. Так. Не, вы серьезно? Вы серьезно? Ну офигеть теперь. Ты смотри, что делают, а? Ты смотри, что делают. Так, и что мы здесь с тобой забыли? Подскажешь мне? Так, ну тут они все. Получается, надо только дойти до... Блин, я бочки выкачу, короче. Сейчас мы по-умному сделаем. Мы выкатим бочки, чтобы они были там. Это нас в ловушку поймает, да? Якобы ловушка нас поймает, а мы тем временем... Так, а тут пройти негде. Вот. Так, у нас три выстрела у снайперки. Здесь только 2, и тут 19. Сейчас, как только мы выйдем отсюда, нас сразу поймают здесь. Вот они. Давай, беги сюда. Гори, сволочь. Припасов нет. Да в курсе, что нет. Ну, отлично. Мне бы, конечно, пригодился мой друг с топором, но я понимаю, что он же у нас тоже не бессмертен. Нет, тут я не пойду. Я лучше там пойду. А то я знаю их. Я лучше пойду здесь. Давай так побыстрее. Ой, какой ты весь изнеженный. Добежать не может.
тут 7, тут 2. Все, давай, спускайся. Нам нужна эта херня. Вот это вот. Не, можно ее ногой пнуть, но... Понял. Ты смотри, он какой вообще неугомонный. Возьми. И как его убивать? Блин, у меня ж стрела есть зажигательный, как бы замораживающий. 3 штуки. Может, их попробовать? Давай попробуем так. Если не убьем, значит не убьем. Я же знаю, что сейчас. Вот, 1, 2. Припасов нет. Я в курсе. Не пихайся в меня. Не. О, отлично, мы его убили. Ну, слава яйца. Оказалось, идем все осторожно. Кто знает, не слишком быстро. Блин, не слишком. Не обязательно надо. Самый легкий путь. Так, стоит на верхнем этаже. Будем искать другой путь. Какой ты бодрый, свежий. Конечно, меня оставил с этим чертилой. Хоть бы сверху топорик, что ли, бы кинул. Вот в чем было дело. Давай подождем, что ли. Его ж можно поджечь, правильно? Так, ты извини, конечно, братан, но я здесь еще посмотрю, что тут. Тут, кстати, фрагмент есть. Тут можно сохраниться. Пойдем сохранимся. Ну и тут лутик есть. Себастьяна Кастеллано с 17 мая 2006 года. Уже 8 месяцев, как мы с Майерой поженились, и теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно, я постоянно смотрю в лицо опасности на работе. Но мысли о том, что скоро я стану отцом, пугают сильнее всего. Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К
новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу, буду отдавать себя целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знай, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире, хоть он иногда бывает жестоким. Понятно. Так. Собираем. А шкафчики никак нельзя открыть, да? Ну, пойдем. Зайдем сюда. Надо же ведь прокачаться. Однозначно. Ой, это я от этих фоток отошел. Это мне сюда надо будет потом приходить, а не к зеркалу. Ты долго свои ногти чистить будешь? Ты уж там сточил их наверняка все. Так, сохранить можно. Ну, пойдем качнемся. Так, здоровье, здоровье. 5000 сразу. Ускорение. Урон в рукопашной, лечение шприцами. Блин, даже не знаю, что лучше ей взять-то. Множитель урона. 12 тысяч? Да вы обалдели. Так, давай скорострельность улучшим. Да. А, погоди-ка. Не, минус 0,15 секунд. Это бред. Не вижу смысла. Так, время перезарядки. 2.48, минус полсекунды, тоже вообще никакой пользы нет. Емкость магазина плюс 1. Точность. Не, ну точность, в принципе, крит. Крит есть плюс 10%. Так, запас. Патроны для пистолета, для дробовика. Так, болты для агонии, гранаты, шприцы, спички. Даже не знаю, шприцов мы подтянули для винтовки, дробовик. Не, ну давай попробуем, конечно. Так, а с болтами-то что у нас? Разрывной гарпун. Нам бы побольше... Не, не разрывных, нам бы побольше с огнями, которые... Вспышка, она как бы не особо нужна. Не электроболт тоже ничего. Нет, мы все-таки, наверное, на силу, на лечение потратим. Здоровье побольше, лучше. Так, урон в рукопашный, надо ли оно? Да, наверное, что-нибудь с оружием. Множитель урона 12 тысяч. Емкость магазина можно улучшить. На один патрон. Слишком мало. Слишком мало. Патроны для дробовика, для винтовки. Давай для винтовки, может быть, оно пригодится. Мне болты уже не получится сделать. Гранат у нас немного. Спичек. Спичек давай еще лучше. Спичек у нас тоже немного. Все, пошли. Остальные пока тратить не будем. Сами не свои. Что, походу опять к картинам идти или к зеркалу? Ну, сейчас посмотрим. Не, походу уже это не работает. Один раз только. Так, ну, она меня знает, правильно? Значит, я здесь, в этой психушке. То ли мне это кажется, то ли еще что-то такое.
Все. Ну, я готов ехать к лифту. Ты, надеюсь, меня подождал? Ждешь, молодец. Тут все хорошо разбросано. Так, что-то не нравится мне эта груша. Ее, может, толкнуть можно? Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами играют. Так. Это ты кашляешь? Давай ты не будешь... Держись. Возвращаться. Осталось немного. В какого-нибудь хрена. Что это вообще? Так, и что с этим делать? Ничего. Два патрона только зря потратил. Ого. Бедный мужик, походу он был живой. Мы справимся. Нет. Подожди. Стой, да это ловушка, куда ты летишь? Двое. Во-во. Блин, ты вроде, я думал, ты умный. Ты нифига не умный. Че вот теперь делать? Как я туда теперь дойду? Во-во, теперь и ты у нас пошел. И мне теперь сейчас. Наверняка на время надо будет. Джозеф! Или со снайперки отстреливать. Блин, я их не отстрелю, наверное, да? Боеприпасов нет. Еще и боеприпасов нет, отлично. Хотя бы так. Ты в порядке? Я в порядке, не беспокойся. Да неужели не беспокоиться? Василий, блин. Так. А как мне добраться-то теперь? Вот, и мне даже... Лесенку пригнал. Молодец. Не нужно было меня спасать. А? Ух ты. Черта? Это просто вопрос времени. Ты дебил, что ли? Так будет лучше. Ой, дебил. Если что, я тебя хуй пристрелю. Я тебя и так бы пристрелил, если бы почел что-то не так. А это пока ты топором машешь, нормально. Вон, смотри, я что, один с ним должен отбиваться? И что я нашей напарнице скажу? Так, блин, вы бы лестницу прикрой меня убрали бы. Пацаны, надо лестницу-то было бы убрать. Опять тебя прикрывать. Стоп. Офигеть, это что такое было?
черт возьми. Так, там какой-то хер кидается, да? Боеприпасов нет. Да вы офигели? Как это нет боеприпасов? Черт возьми, а как? А как же мне с одним патроном этих расстреливать? Ладно, хотя бы одного сейчас надо будет убить. Прикрой меня! Кстати, у меня же есть этот самый арбалет, я не по... Ты офигел, друг? Что здесь подобрать-то? О. Отлично. Так. Стоп. Дохни, тварёныш. Сюда! Да нет вас... Там нет... Не было же никого. Джозеф, ты в порядке? Тебя можно подлечить, кстати. Я... Да. Ну, отлично. Так. Есть лут. Лута нет. Патронов у нас, конечно же, нет, да? И ничего. Нигде нет патронов. Только лук. Что-то где-то было здесь. О. Еще, по-моему, что-то здесь было. Не, ничего нет. Так, вы долго меня без патронов здесь оставлять будете? Там похоже, это какой-то рынок. Говнюков. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Я бы задержался, смотри, тут патрончики есть. Ага. О, зелье есть прокачанное. Тут что у нас? Во, смотри, тут точек сколько. Наверняка тут что-то лежит. Ты смотри. Нормально. Нормально залутать дали. Но это, скорее всего, не разбивается так. С сундуком тут аккуратнее.
Стоп. Как-то тяжело стало передвигаться. Тебе тяжело? Ты, бля, вот, смотри, отлично. Блин, только... Наверняка сейчас здесь босс какой-нибудь будет. Смотри, сколько патронов дают. Это все неспроста, наверняка неспроста. Либо какая-нибудь часть жесткая рубила мочила светит нам. Так, а это что за сундук? Ага. Лутаемся, пока лутаемся. Кассета. Отец был человеком суровым, гордым и, как я думал, умным. Но еще он был благочестивым, верующим. Чтобы не писали газеты, он был на стороне церкви. Отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Она принимала всех. Тут дверь какая-то. И жалких крыс, и суровых мужчин. Им обещали спасение и вечную жизнь. Но она не обещала им ничего, что я не мог бы отнять. Не, смотри, нас жестко так. О, утки висят, пожрать можно. Я, кстати, ничего не ел. Тут люди у них не питаются, что ли? Так, походу туда вниз надо. Но мы еще здесь не все осмотрели. По полной. Залутываемся. Кажется, я их чую. Возможно, они рядом. Ты чуешь? Блин. Только не говори мне, что ты сейчас превратишься в кого-нибудь. Эдакого. Так. Тут, а внизу-то там что? Пойдем вниз сначала сходим. Все вроде тут. О, большая бутылка. И все? Больше ничего. Итак, 14 патронов. 5 дробовика. 4 снайперки сразу заряжаем. С арбаликом у нас что? Давай гарпунчики. Блин, тоже эпизод длинный. Ну, чувак, давай ты, держись. Как думаешь, где мы? Скорее уж, не дохну. Где, а когда? Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Гробы. Чуваку, похоже, каюк. Черт. Давай зайдем сюда. Вон они, монстрилки ходят. Ты бы его хоть уложил куда-нибудь. Но помягче. Занимаешься все тем же, Сэп? После того случая? Ну, пистолет к виску я не приставлял.
Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Да он уже не сможет. Я рассчитываю делать на тебя. Так, пойдем сразу сохранимся. Так, фрагмент 12. Где? Нашел что-нибудь? Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Может пригодиться. Я вроде в порядке. Ой, пойдем дальше. Очень рад. Где зеркало? О, большой молоток. Я уверен, для чего-нибудь мы его используем. Пойдем прокачаемся. Так, а здесь никакой нет бумажки. Пока нет, наверное. Опять на фотках здесь очнулись. Ты хоть чем другим можешь заниматься, хоть бы чаек себе навела, что ли. Только делать, что коготки точит. Не, ну я в принципе давно тут был. Но можно сейчас какой-нибудь 1005 навык-то качнуть. Так, здоровье уже 10. Время ускорения 4, плюс 2 секунды. Но, по идее это нужно. 4 секунды это мало. Урон в рукопашной, лечение шприцами. 30. Давай к шприцы. Да. 36 единиц. Ну и все. И выйдем пока. Я думаю, больше нам не нужно. Конечно же, перезаписываем. Там не окочурился друг, пока я был живой. Не, ну этот молоток реально пригодится. Жаль, нельзя его взять, но я уверен, что тот, с кем мы будем биться, он его возьмет. Начинается. Погоди, сейчас я залезу и попробую осмотреться. Ты в порядке? Да. Что там? Оба на нашу напарницу ведут. В этот храм какой-то. Эй, это же Кидман. Разбитый. Полуразбитый. С винтовочкой все нарыл. Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Иди вперед, я тебя прикрою. Да ты меня уприкроешь, такой молодец. Чё, всё, типа, путь закрыт.
Я понял. Все правильно сделали, что... И как мне пройти? Ничего себе. Ты мне обещал прикрыть. Вот, стреляй по нему. Ну, ты же мне обещал прикрыть. В укрытие! Они вооружены! Да ты чё? Ну и? Ты что-то будешь делать? Отлично, молодец. Блин, я себя не подожгу. Тут эта слизь, хрен его знает от чего она. Ага. Так. Стреляй. Ты смотри какой. Блин, чувак, я на тебя рассчитывал. Думал, ты... Его быстренько подстрелишь. А ты что-то там лямку тянул. И? Так а чё он не горит? О, стрелы нам нужны. Себастьян, ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Да блин, ты не очень хороший прикрывальщик. Так, 7 тут сейчас, сколько тут? 6. Нормально. Максимум. Придется, наверное, будет вернуться. Сучоныша. Офигеть. Быстро. Это твой шанс, прикончи его. Поджигай ему, да? Выстрел поджигаем. Только козла. Еще один! Да вы офигели! Черт бы вас побрал. Ага. Сейчас придет. Да что ты будешь делать? Реально упырь. Боеприпасов нет. Боеприпасов нет. Конечно, их не будет, если ты будешь мазать. Ты смотри какой, а. Может, у вас гранаты? Со снайперки. Давай, вылезай. Еще попробуем тебя в бошку тут садить. Раз. Два. Три.
Да, блин. И что нам тут делать? Снаряды есть еще где-нибудь? Есть. Это не конец, да? Черт, тупик. Поищу другой маршрут. Встретимся у коней. Побыстрее. Сюда. Так, подождем его нафиг, греха подальше. Таких уродов оставлять нельзя. Так, а у нас здесь тут куча всего было, да? Не совсем куча. Черт, две стрелы зря потратил. Изворачивается козел. Так, тут все окей. Здесь что? Какие-то... А, стоп. Этот склеп какой-то. Во, а мы же... Нам нужно... Шприц сейчас. Раз. И мы можем этот забрать. Я сам с ними не справлюсь! С кем? Ты о ком вообще? Встретимся, говорит, у коней. Где-то там есть. Ты же сказал, у коней встретимся, правильно? С кем ты не справишься? Ты меня нагрел, да? Записка с кладбища. Уолт, я пошел вызволять Донну. Я знаю, как попасть в волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи. Позаботься о семье. Я приведу Донну, Дэниел. Погоди. В том доме что-то было написано про коней. Сейчас посмотрю в блокноте. Не нравится мне эта мысль. Думаю, нам вниз. Видимо, да. Я помню, снизу какая-то херня вылезала. Опять я здесь. Что странно, я никаких ключей не нахожу, чтобы что-то открыть. Давай сохранимся, что ли. Что у меня там по... Так, 9400. Не, ну в принципе можно что-то взять. Так, ускорение. Давай качнем ускорение. Еще разок. Так, оружие, скорострельность. Не, ну это бесполезно. Емкость магазина можно улучшить. Погоди-ка, блин, а тут ж вон еще есть. Ёшкин каратист. Дальность, время перезарядки. Блин. А я только... Блин, а я не заметил. Я думал, что тут на всех это распространяется. Черт. Ну, теперь будем знать. Значит, дробовик надо будет. И емкость магазина, и криты исследовать. Будем знать. Теперь следующий на дробовик потратим. Я что-то просто не заметил с первого раза. Ты мне что-нибудь скажешь, мадам? О, видно, ускорение побольше стало.
Ты в порядке? Обо мне не беспокойся. Да. Пойдем. А то нашу напарницу там живых точно не оставят. Не, походу надо срезать, да? Так, болтается кто-то или нет? Или пофигу вообще? Не, ну молот-то здоровый, я чую сейчас. По нам он бить скоро будет. Большой молоточек. Фонарь какой-то нифига не яркий. Чё это? Подвесили. Ох ты. Сейчас что, мы зайдем. С этой стороны тоже ловушка будет. Какая-то загадка наверняка. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. А должно? Секунду, я что-то такое записывал. 3, 5, 9, 7. Ладно, если так... Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари. И тогда откроется безопасный путь к нему. Так. На тройке уже лежит. На пятерке не лежит. Так. Семерка есть. Пятерку надо положить. Все, что получается. А тут, там он какой-то еще вроде проход был. Тут что? Тут у нас инструментики. О, стрелы пригодятся нам. Так, шприц опять нам придет сейчас кольнуть до полной. О. Чё, можно идти? Походу это какая-то замануха, и сейчас если неправильно что-то, мы подыхаем. 3, 9, 7. Так, ну здесь ничего, тут ничего. Тут все пусто. Получается все. Давай всё. Еще немного осмотримся. Ну да. Я так и знал, что это не так легко. Так, на 5 уложили, на 3 уложили. Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. А должно? Секунду, я что-то такое записывал. Умник.
записывала. Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие алтари, и тогда откроется безопасный путь к нему. Так, раз пузырек, два пузырек. О, в этот раз уже инструменты. Можно сделать стрелы. Так, а отсюда наоборот надо опустить, правильно? Синорки убрать. А вот сюда опустить. Чё это? Что за конвейер странный? Не, вот здесь лежит. Так, ну походу сейчас вот сюда еще надо пустить, только, блин, игра не дает мне это сделать. Я что-то слышу. 3, 5, 9, 7. Чё ты там слышишь? Все, да, получается. Сейчас как бы эти тут не. Не, что-то мне не нравится это. Так, кровь мы разлили здесь. Кровь пойдет отсюда, нет? Тут ничего не надо сделать. Все? Этот умер, и чё? Неужели я прошел? Прошел. Похоже, ты все сделал правильно. Так. Опять тут какая-то куча трупов. Которые, наверное, восстанут тут скоро. Так, секундочку. Секундочку, ребят, секундочку. Да. Идем. Фонарь, конечно, такой себе. Нифига не светит. Так, опять мы, похоже, в какую-то больничку пришли. Это чё? Какой-то непонятный бабуин. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Но он и его брат Цейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны.
12 часов после введения сыворотки, ноин 122,4, 28,2. Цейн так одинаково, температура поднимается в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки. 125,8, 29,4. Жизненно важные функции стабилизировались с 5 урывками. 36 часов после введения сыворотки, 138,9 сантиметров, 34 килограмма. В полубессознательном состоянии разговаривает с воображаемым собеседником. 48 часов, 145,7 сантиметров, 46,9 килограмм. Возбуждены примерно успокаивающие. Применено успокаивающее. Так, походу тут над этими близнецами Ной и Зен, вот они. Это их мы что ли убили? Получается. Как-то тяжело стало передвигаться. Да ты уже это говорил. Ты давай мне тут не мутируй. Так, во, патроны. Патроны нам пригодятся. Вторая записка из лаборатории на кладбище. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, складывают приношение. Два трупа. 2, 3, 5, 4, 7, 6. 2, 3, 5, 4, 7, 6. Церковный сторожевой пес начал меняться, как у близнецов у него прогрессирует аберрация. Сегодня он сожрал 6 трупов и уже воет, требует добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одна жертва приношения. Так, и что же это за зверь? Блин, я не понимаю. Это какая-то собака мутировавшая. Не хочу я с ней столкнуться. Пусть спит, мы ее будить не будем. Однозначно. Куда-то мы забрели, непонятно куда. А сюда мы, наверное, не пройдем, да? Дай пройти-то, друг. Можешь это открыть? Ё-моё! Он сожрал его? Чёрт возьми, а. Что нам делать? Ему пофиг вообще. А почему не кидается в него? Сейчас нападет, да? Ну, естественно, я в него не попал. Правильно, зачем нам попадать? Ты
Да что ты будешь делать? Ты смотри, он еще по кустам прячется. Так. Естественно, это не все. Так, быстренько. Аптечку лучше используем. Черт, наверное, я зря аптечку использовал все-таки. Ну да. Так. Я поджечь я могу? Нет. Так а что делать-то? Как с ней бороться-то? Блин, ее никак не... Смотри на нее. Боеприпасов нет. Так, и что я с ним могу сделать? Убил, что ли? Джозеф. Блин, еще один эпизод на 2 часа. Не, я точно после прохождения этого эпизода заканчу. Два часа один эпизод, что? Это надо. Я там очки уронил. Блядь. Ты уверен, что нам нужен с твоими очками? Так. Черт, а тут есть что-нибудь такое, что... Не, ну в принципе, сейчас можно что сделать? Тут вот есть заморозка, стрела, это хорошо. Так, где она у нас здесь? Заморозка. Патроны тут тоже можно взять. О. Себастин, я отвлеку его, а ты ищи. Да ты чё? Очки Джозефа забрал. Он его отвлечет, видите. Все, я погнал. Валим его. Вернее, не валим, а уходим. Забирай. Извини. Я без них не просто слепой. Ну и вообще, будто не я. Все хорошо. Давай искать Кидман. Ладно, ты мне помог. Нормально монстров рубил, поэтому... Так и быть, очки мы тебе достали. О, боже, Джозеф, и все это из-за каких-то очков. Не, ну если он реально не видит, что ты на него гузишь. Я сам же носил когда-то очки, я знаю, что это такое. Так, ну кроме как сюда, нам больше идти некуда. Все, что ли? Наконец-то. Эпизод 6 пройден. Естественно, мы игру сохраняем. Так, и, наверное, все. 2 часа, более 2 часов потратили на эпизод, поэтому на сегодня мы закончим. И в течение где-то, наверное, часа мы... Да, где-то в 9 часов мы будем... Начнем новую игру, которая называется Mafia 2.
А следующее прохождение The Evil Within будет у нас во вторник. Да, во вторник. Тоже где-то часов 6-7 вечера. На этом все. Подписываемся. Не забываем ставить лайки. Комментируем. Кому что понравилось, не понравилось. И до будущих стримов. И обязательно приходите на Мафию в 9 часов вечера. Пока всем.